Костя. Не приедешь. Это Оливер. Кто это? Это я. Да, мы же уже представлялись. Это, ты, это ты я. Это кто? Я, это я. А то как я перепутаю еще. Ну ладно. Ну, судя по тому, по опознавательному признаку по кличке Лошадь. Когда сказали заснять, как мы идем, и Барсинол... Вот это... Вот эта лошадь не захотела идти. Она хочет, но она... Женщины, они такие. Да? Чё ты? О, внимание, смотрите. Шок. Так выглядит свобода. Да, капец, видно. Тут ещё шумоходист валяется. Не видно ничего. Не видно ничего. Вот тебя только и видно. Ой, блин, все, она в шоке, моя камера. Она снимает пятно. Все нормально. Я ору. Ты уже... А, она же голенькая. Не выпрыгнет, я думаю. Не протиснется. Моя камера уже ничего не видит. Там видно только ее уши. Ой-ой-ой. Ой. Мамочка. Давай, улыбнись. Привет, лошадь. Ей надоело бегать. Ой, молодец. Когда опоздал шагать с конем, его жалует это. Мастик. Да. Мне нравится то, что меня очень хорошо видно, разумеется. Я шагаю с ластом. Сейчас мы нашли лошадь по кличке Олимпийский огонь России. Фига классная, да, Гимочка? То есть, как бы, это не просто какой-то обычный эластик. Это Олимпийский огонь России. Вот. Сейчас мы сняли с этой первой части писи неполнимой. Опоздала я шагать с конем чуть-чуть. Вот он тут идет. Да. Угу. Зачем я этого говорю? Завтра у нас чуть-чуть аж 17 человек, мы едем 110, но как бы надо постараться. Да, Настик? Надо постараться очень сильно. А еще завтра будет Соня. Да. Всем здорово! Сегодня у меня очень насыщенный день, первый день соревнований. Я иду на сходку Дианы и Василисы. И еще сегодня нужно погонять бабая на городе. Вот. Как это все делать будем, я не знаю. Будем стараться. Да.
say, oh, that you only meant well, well, 'cause you did. Короче, чтобы вы знали, мы сейчас бежали на станцию, чтобы успеть. Да. А потом мы бежали бежать из Москвы обратно. О! Короче. Девятый загорелся. Бежим! Ну, кстати, какой-то короткой дорогой просто. Вот. Пластик говно. Да. Запорол нам весь день. Да. Но мы все равно приедем. А потом просто уедем. Мы планировали побыть в Москве до 7, ничего страшного, побудем до 4. Да. Приедем приспетично. Мы успели на станцию и даже чуть-чуть раньше, чем нам надо. Да. Надо было опаздывать. Корова. Хотите прикол? Мы перепутали время и пришли на электричку на час раньше. Прибежали. Угу. И сейчас мы типа шаурму жрать будем. Это капец. Просто капец. Идиоты. Наконец-то сели в электричку. Ну как, модно достал. Ага. Я в такой модно еще не вижу. Сейчас поедешь. Out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Ага, идем. Мы приехали, почти. Почти? Да. Папа, где мы? Мы? Столица. Угу. Парк. Кончиков. Вон, смотри, вон прям станция. Ты чё? Какая станция? А, это мост. Станция. Чего станция? Станция чего-то. Yes. И чё мы там, по-моему, в этом доме? Стоять. А? Стоять. Здесь? Дальше. Блин, мы уже, короче, побывали на сходке у Дианы Василисы, и, короче, было клево. Ну как клево, я бы была полчасика, но просто такие мастики, такие ля-ля, девочки такие миленькие. Со мной тоже знакомились, узнавали. Ну, в смысле, из толпы. И со мной сфоткалась девочка. Всем привет, кто со мной знаком. И, короче, клево.
баенькой бегать на корте. Свете, привет. Конечно, плавно, но мы попытаемся успеть. Мать, мы не хотим бегать. Давай, давай. Ба-бай. Молодец. Ну вот, классно бегает. А у нее второе место. Вчера второе... было. Где было? Вчера вот, было. Второе место. Да, вчера. Вчера. Было вчера? Че у тебя такой взгляд убитый? Потому что Ластик меня убил на повал. Да. Передай привет. Привет. Все, отойди.
Ластуля молодец. Не испугался сегодня заборчик. Ластуля! На! Ластик! Ну все, он там мерзнется. Сардельки. Когда ты успешный человек? Ластик устал. Устал, Ластик. Устал. Дай сюда. На, ешь.